Привет! Мы здесь пришли на речку, чтобы отец ловил рыбку, а мы гуляли. Вот, Джон немножко купался. Это речка Морава. Называется Морава. Есть песня «У Мораву ветер дува, старый рыбар тайну чува». Ну, как вы видите, я бы здесь не купалась, потому что выглядит немножко страшно. Понимаете? Не знаю, как вам выглядит, но мне немножко страшно эта речка. Озеро все-таки лучше. Джон! Вот Джон. Джон и Фиби, как всегда, со мной. Я говорю, меня снимай. Сестра за кулисом, она снимает. Потому что вы же должны меня иногда целую. Что я говорила? Есть жабы, змеи. То есть, как называется, лягушка. Мерси, снимай, не сними. Выглядит красиво все-таки, а у нас жара, как у вас. Я вижу, там большие рыбки купаются. Ну, так делает. Вам нравится? Ага, у нас шутка. Это речка Морава. А летом я буду вам снимать, если Бог даст, озеро Боварское озеро. Озеро. Езеро у нас, озеро так далее. Теперь пошли, прогуляемся. Говорите, как у вас дела, пишите в комментариях. Нравится ли вам сербская природа? Или нет. А то, что здесь везде одинаково, что есть мусор везде. Мусор. Народ мусор. А здесь тоже копают землю. Песок, точнее. Потому что у нас есть здесь очень много песка. Я его привязала, чтобы не сделала некоторые проблемы. Там мама, она не хочет сниматься. Сколько вы снимаете? 3. 3 минуты. 4. 4 минуты снимаю. Вы видите там, как копаю. Вот там, примерно там находится моя деревня, в которой постоянно я снимаю. Там на эти горы, как говорится, в этот лес там, который видно, там далеко. А вот у нас туалет. Я не знаю, что это. Поговорим. Посмотрите на это.